Пострадавшим от огня будет организована помощь, независимо от того, было ли застраховано жилье или не было застраховано жилье. Ну, конечно, это жилье должно быть единственным. Будет оказана помощь, либо это будет сертификат, который позволит приобрести жилье на территории Красноярского края, либо это будет новое строительство, где заказчиком этого строительства будет выступать Управление капитального строительства края и Министерство строительства. Об этом тоже сегодня можно будет говорить. Кроме того, было сказано о том, что правительство Красноярского края готово направить всех ребятишек, детей, погорельцев отдыхать в летние лагеря. Такое поручение мной уже дано соответствующим специалистам. Мы формируем список детей, которые желают отдохнуть вот этот период, пока будет приобретаться жилье, либо строиться.